В ближайшие минуты в суде Серпухова будет избрана мера пресечения для Александра Семина. Его задержали по подозрению в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки. Тело малышки обнаружили вчера. Павел Рыбальченко выходит на прямую связь со студией. Паша, расскажи, какие подробности известны на данный момент. Да, Стас, приветствую тебя. Ну вот буквально 20 минут назад Алексея Семина, подозреваемого в убийстве 5-летней девочки, доставили в Серпуховской городской суд. Совсем скоро сейчас ему будет определена мера пресечения. Молодого человека задержали вчера в своей квартире. Задержали его примерно с утра. Одними из главных улик, сразу отмечу, являются несколько факторов. Одежда, в которой в предполагаемый день убийства, в которой находился подозреваемый, она была постирана, находилась в ванне. Также был вытерт, оставался еще мокрым диван в комнате подозреваемого. И по некоторым данным следователи обнаружили обувь, детскую обувь. Сегодня мы практически целый день находились около здания суда, но также нам удалось попасть к дому на Тяговой улице, дом номер 10, дому, где жила в семье, воспитывалась девочка. Так вот, там сегодня, помимо родственников и близких, которые собрались, дело в том, что сегодня привозили из морга тело ребенка к дому, чтобы проститься. Также собрались много жителей, много соседей. Все практически в один голос говорили, что, ну, конечно же, шокированы. Сразу оговорюсь, царила атмосфера просто, ну, не передать словами, что происходило сегодня во дворе этого дома. Так вот, многие соседи говорили о том, что жили просто все душа в душу. Даже называли свой дом, двор чуть ли не отдельным государством. Так вот, говорили о том, что выделялся только один человек, Алексей Семин, 20-летний мужчина. И главный вопрос, которым задавались сегодня все жители, все знали, вся округа знала, что сегодня ему будут определять меру пресечения, все очень сильно боятся, что молодого человека признают невменяемым, и вместо реального срока он получит лишь, его направят на лечение в психиатрическую больницу. Так вот, многие с этим не согласны, этого боятся и заверяют, что видели, не один год жили в одном дворе с этим человеком. И судя по его обычному, обыкновенному поведению, он был совершенно вменяем. Совершенно вменяемый. Если вот есть неадекватные люди, их заметно. Никаких сдвигов не было у этого человека на невменяемость. Тем более человек водил машину. Вот. Как можно человеку невменяемому? Да, работал в такси. Как он мог водить машину, если он был невменяем? Как он получил права? Тем более, уже был инцидент год назад. Обращались в органы внутренних дел с заявлением. Никаких мер не приняли по отношению к нему. Вот расскажу как раз подробнее об этом инциденте, который, по словам местных жителей, случился год назад. Они рассказали, что мужчина неоднократно следил за детьми, гулял около мест во дворе, где играли дети. И вот год назад, по словам местных жителей, он продемонстрировал одну из частей своего тела ребенку. Тогда он сослался на то, что просто справлял малую нужду неподалеку. И тем не менее, судя по, опять же, по словам местных жителей, полицейские оставили этот инцидент без внимания. И вот нам еще сегодня удалось пообщаться с одним человеком, который знал Александра, который служил с ним в армии, служил вместе. И он также подтверждает, что молодой человек никаких признаков невменяемости не проявлял. Служил он нормально, как бы свой срок отслужил. Вот, в принципе, к нему претензий никаких не было. Вот, был исполнительный, как бы, в своем плане, вот, в плане службы. То, что вот какие-то наклонности, как бы, нет, такого не было. Как бы он и не работал, в принципе, вот, появлялся неизвестно где, как бы, то есть странно себя, образ жизни вел. То, что у него, конечно, маленький ребенок у самого родился, ну, как бы слухи такие, да, и вот он, типа, на 5-летнюю девочку, не знаю, что на нее нашла. Ну вот мы много времени провели сегодня около дома, где жила 5-летняя девочка Вайда. И вот общались с большим количеством
жители, чего только я лично не слышал, рассказывали. Некоторые говорили, что когда проходили под окнами его дома, мужчина, кстати, жил в соседнем доме на другой стороне двора, что из окон, в окнах происходили какие-то ужасные вещи, что маячили по вечерам голые люди, вели себя непотребно и так далее. Многие дети, нам удалось пообщаться с детьми, дети говорят, вот если взрослые считают его вменяемым, несмотря на то, точнее, его обычное поведение, так вот, дети говорили о том, что этот молодой человек их постоянно пугал, он постоянно следил за ними, находился, где бы они ни играли, находился всегда рядом, зачастую рядом, и по словам детей, смотрел на них буквально какими-то звериными глазами, и как считает следствие, вот такое невнимание к этому человеку, к этому человеку привело к такой страшной трагедии. Напомню, позавчера маленькая девочка во дворе дома на в Серпуховском районе пропала во время того, как гуляла на площадке. Мама оставила ее на какие-то мгновения без внимания. Подключились к поиску, буквально искали весь вечер и целую ночь. Искали девочку, искали почти целым городом, и на следующий день, то есть вчера утром, недалеко от железнодорожной станции, буквально в каких-то 200 метрах от дома, нашли спортивную сумку, где обнаружили тело пятилетней девочки. И вот в данный момент подозреваемый Алексей Семенов находится здесь, за моей спиной, в Серпуховском городском суде, и сейчас в данные минуты ему определяют меру пресечения. Стас, тебе слово. Павел Рыбальченко с подробностями дела об убийстве ребенка в Серпухове.